Положить у меня есть, когда главное не было. Девочки, пора хурму подешевле. А почем ваша хурма? 60. Спасибо. Хурма 60. А тарачики снимаете, а не купляете? Снимаете, а не купляете. А может, приду сейчас и куплю. Закончу эфир, приду и куплю. Смотрите, 5 гривен. А я хотела один укропчик, одну пирожку. Вот, укроп, такой пучок большой. Я вижу. А кинза сколько? 5. Вот это кинза? Руколи... Кинза 5? Да, все по 5, кроме руколки. Руколка 10. Ой, дайте мне кинзу. Вот кинзу я возьму. Ой, мама дорогая, еще кинзу куплю. Одну, две. Да одну, мне уже пакет такой. Сейчас подождите. Где-то было у меня 5 гривен. Она так портится быстро, эта кинза. Да, ну, это кадрова туда. А? Она свеженькая. Да, я вижу, она свеженькая. Она долго наблюдает. Чекай ты. Вот это, по-моему, 5 гривен точно не брал. Чекай ты, подождите. Вися на здоровье. Дякую. Так, кинзу взяла. Да. Вот взяла кинзу, кинзу взяла. Показываю людям. Доброе. Цены вообще. А смотрите, какой пучок. Я просто бы... Вот это вот 5 гривен. Намного дешевле, чем в супермаркете. Даром. Руккола 10? Да, даром. Бери, не хочу. Руккола 10 это попей. Да. Спасибо. Можешь найти, можешь скласти, целый вже накривати, а я ящики візьму. Девушка, кто вы мне решает снимать?